Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди. Мы продолжаем с вами проходить игру под названием LX2. И это 29-я часть прокачки. Мы продолжаем выполнять квесты у Моркана. И мы должны попросить одну девицу под окном. Может, мы с ней кое-что сделаем? Не только... как бы... Тебе старый ублюдок прислал? Звучит как... Слушай, к тебе у меня никаких претензий. Я даже рада, что ты выжил на арене. Но я знаю, что у него на уме. Церемониальная бойня. Полное безумие, как по мне, но что же это прекрасно? Я не буду сражаться даже с тобой на пару. Готова спорить, этого он от меня и ждет, ведь... Не бойся, с тобой ничего не случится. Ты прав, ничего, потому что я не буду драться. Можешь не тратить силы, чтобы меня переубить. Хорошо, я передам Атиле, что ты вне игры. Погоди, пока ты не ушел, хочу кое-что тебе сказать. Морканы умирают. Но вместо того, чтобы что-то делать, мы смирились со смертью. Если мы не изменимся, наш народ исчезнет. Даже усиление вербовщиков нас не спасет. С меня хватит. И что ты думаешь? Я заставлю их изменить. Ты же жаловалась, что тебя никто и слушать. Это так. Поэтому я дам им то, что они хотят. Просто не так, как им это нужно. Здесь мы можем спасать жизнь. Окажи мне еще одну, последнюю. Я усовершенствовала транквилизатор. Теперь он должен... Можешь подмешать его в еду животным. Этой дозы хватит до начала боя. Никто не умрет, а ты развлечешься на арене. Угу. Так что? Ладно. О, спасибо. Ты спасешь множество жизней, ты в курсе? Еда хранится в доме Атил. Не забудь, ты должен добавить весь транквилизатор в... Когда сделаешь, поговори с Атилой и скажи, что я отказываюсь драться. Я уверена, что когда он узнает, то покормит тварей. Это еще что за дерьмо? Так, ладно. Добавить успокоительное в еду. Интересный квест Ледяной достаточно. Пустыне, ты только уши отморозишь. Надеюсь, на этот раз сработает. Меня не спалили? Вот так. Отлично. Теперь к Атиле. А он не увидел Атилу? Ты чё? Ё-моё, нахрен. Я поговорил с Веньей. Она не хочет драться. Вот тут. Она что, не понимает, что арена пойдет ей на... Она к этому по-другому... И что мне теперь делать? Она слишком упрямая, я сдаюсь. Давай поговорим о том, что нужно сделать до начала церемонии. Что тебе нужно? Как я уже говорил, мы не даем наград бойцам. Но церемониальное бойня – дело другое. Кто прольет больше всех крови, получает особый трофей. Череп тролля. Правда, череп вместе с владельцем в каком-то штреке породой засыпала. Храбрый боец был. Хочешь... Ну, раз уж ты сам... Может, нам и правда нужен новый... Новый череп тролля? Думай, Атилла, старый пень. Стоп! Гарпии! У них в гнездах полно костей. Один из ловцов мне рассказывал про гнездо, где может найтись подха... А я, значит, должен его до... Ну, конечно. Но я сам-то не смогу. Мне надо зверей последний раз покормить перед ареной. Зрелище будет, закачаешься. Уж поверь мне. Так, трофей для церемониальной бойни, ладно. Так где это гнездо? Откуда мне знать?
Я ж... Тогда говори, кто из ловцов тебе об этом... Я стар. Я расскажу тебе, что знаю сам. И... Рядом с пещерой вроде должен быть громадный кратер. Чтобы туда добраться, сперва надо обойти... Где-то на западном... Возможно. Отлично. Только к гарпиям близко. Угу. Эти твари тебе засекут. Понятно. Ну, идем. Идем тогда. Чего? Че нам еще остается делать-то, ё-моё? Так. Это мне получается надо вот это идти. Далековато, между прочим. Ну ладно, что ж, теперь по делу-то идем. Ну да, короче, я так понимаю. Так, сейчас загрузка. Я так понимаю, ребята, что мы проходим с вами, ребятки, как вам сказать, основные квесты за морковку, да? Уже же, типа, чтобы вступить, понятно, короче. Но мы это еще успеем сделать. Как полагается. Ладно, идем, идем. 138 стрел надо, короче, закупить обязательно, ребята, закупить. Прям надо так нормально закупиться. А то уже заканчивается все реально, в натуре. И че я потом стрелять-то буду, ё-моё? Деньги-то у меня есть, мне до хрена денег, Эликса. Меня спасли. Замечательно. Охренеть, сколько их здесь. Три нафиг. Блин, так приятно было, когда был 60 FPS. Очень даже приятно, но, к сожалению, системные требования не позволяют. Очень и очень жаль. Ладно, так пройдем игру. Все равно. Все равно. Вот там у нас еще ребятишки сверху, да? Не, в натуре их тут реально очень много. Их тут до хрена. Ты об этом пожалеешь. Это получается, мы сейчас всех истребим, да? И просто их не останется, нахуй, реально. Гарпия! Это уже реально гарпия. Погоди, если в голову прицелиться? Я буду в голову стрелять, короче. Он застрял. Да, вот таким вот образом. Крыло, гигантское перо. Хорош.
что еще за недовольство? Начинается! Тварь. С первого удара, кстати, мне уже замочарить, потому что я... не пол хп. Я тебя не подведу! Второй. Хорош. Ну, теперь можно подлечиться, кстати. Блин, хреново, ребята, на мне все заканчивается. Все заканчивается, ёпта моя. Опа, народ. Очень много летучих всяких тварей. Жесть просто. До хрена. И больше. И самое, конечно, прикольное то, что мы все у них забираем. Просто все. Все ресурсы. Я же полностью прокачал. Это мне нравится. Я больше никого не вижу за невидимостью. Всех мы убили. Это, конечно, было жестко. Голова станет отличным трофеем. Да, вот и та самая голова, нахрен. Давайте осмотрим ее. Ёшкин кот. Так, ну чё, возвращаемся к Морканам. Сейчас мы дадим. Дадим то, что нужно. И у меня появится возможность вступить к Морканам. Ё-моё. Я здесь! Знаете, мне не нравится это очень, это мне очень не нравится. Пошлите делать, покупать. Бестион. Я сейчас стрелы буду закупать нахрен, мне пофиг. Сейчас закуплю стрелами нафиг. И урою всех до единого. Все нормально. Научи меня, что ты. Я хочу. Не вопрос. Этого мало. Надо еще.
погнали в Бастион. Ой, форт. Я уже по прычке базарю. Бастион, 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 Бастион. Вот же сраное грязище. Я презираю воров! Ты охренел? Что это было? Вот он мразь реально. Не, стрела у него все-таки есть. Отлично. Я еще эту куплю. Топливный ранец. Давайте топливные ранцы закупим, где можно. Вообще. Погнали сюда, я сейчас закуплю все. Топливные ранцы мне нужны, как бы. Но я просто не нахожу их, понимаете? Поэтому мы сейчас будем закупать. Чтобы я летал посильнее. Так, первый топливный ранец здесь, наверное, да, где-то он должен быть? Чика-чика-чика-чика, Вероника. Топливного ранца у нее нету. Ладно, блин, суки. Вот сука, блядь. Нету у него. Я сомневаюсь, то, что это бомжа, что-то может быть вообще. Убери пушку! Там полным-полно бандитов. Я вижу, ты одумался наконец. Я за тобой присмотрю. Так спокойнее будет. Что у тебя? Да он бомж. Нахрен я вообще к нему пришел? Как такое возможно? Что? Приятель, тебе сюда нельзя. Провали. Я. Так, у меня осколков мало, много, блин, че несу. Короче, много у меня, все нормально. Что? Блять. Нет у него ничего. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, сделка, реально. Сделка года просто.
Теперь давай себе без тебя не поторгуем. Со всеми нахрен. Я нашел. Отличненько. Будет запасной. О, можно у него еще стрел закупать. Отлично. Стрела вообще охрененно. Покажи. Вот, вообще офигенно. Реактивный ранс вообще супер, ребят. У него 3 штуки, охренеть. Все покупаю нахрен, все. А что у него за лук был? А, ну понятно, короче, с ним. Ладно. Ладно, братан, давай покидывай. Так, где там еще торговец? Строитель. Охотник. Я сомневаюсь, то, что у меня там что-то может быть, конечно, но все равно стоит. Стоит заглянуть. Да ну ладно, шутки шутишь, что ли? Я серьезен, как смерть. Тебе нечего делать на моей территории. Усёк? Ты в конец рехнулся. Тут добычи нам обоим хватит с лихвой. Слушай, мне насрать, что ты там на своей стороне бастиона вытворяешь. Главное, там и оставайся. Да ну ладно. Пока. Ты в конец, ре... Науч... Понятно все. Слушай, так, мне вот это бастион все закупил, короче. Главное, там и оставайся. Теперь давайте мы отправимся с вами... Ну ладно, шутки шутишь, что ли? Я серьезен, как смерть. Тебе нечего делать на моей территории. Погнали к клирикам, наверное. Там должно у них что-нибудь быть. Это очень полезная фигня. Надо их закупать обязательно. На деньги плевать, мне все равно хватит. По идее, по логике. Я могу воровать вещи, собирать, как бы, это все плюс. Это, конечно, будет долго, но ладно, все равно. Что? Нету, да? Если очень долго трепаться, тут сбрать. Если очень долго трепаться, тут с братьями. Если очень долго треп... Хорош.
Если очень долго трепаться тут с братьями... Ну, последний, наверное, сейчас мы тут пробежимся быстренько. Посмотрим, что как. И улучшим с вами реактивный ранец. Это их создатель, очередная соломинка, за которую они цепляются. Эй, куда направляемся? Мне нужна защита от морканов. Хер. Вот как. О. Обустраиваешься? Ха-ха. Угадай, что сделали берсе? Попытались зашить тебе рот и выпереть из... Ну, я ответил на все вопросы. Он хотел узнать все про... Я наконец могу тебе отплатить. А, все, он мне наградил, да? Ага, ты посмотри, этот недомерок... Ладно. Я сомневаюсь, что у меня там что-то есть. Работа притягивает работу. Повар. Вот я не знаю. Ну да, это стоило ожидать такое. Давай сперва выпьем. Вот же засранец. Ну что ему стоило свое барахло стеречь получше? Вот у него что-нибудь может быть по-любому. Ну-ка. Оружие, балда! Нож для масла! Или как ты там его зовешь? Ха! Рад был выкоп... Так, ладно. Да, у него есть, отлично. Давай. Да. Ну. Да. Ладно, похер. Идемте дальше. Так, у нее ничего нет, да? Нету. Хорош. Восхитительно просто. Реально. До хрена мы взяли, мне нравится эта тема. Там я взял все. Но это еще не все. Ничего не даст.
сейчас туда пойдем. Сколько у меня всего, ё-моё. Этих реактивных кранцев нахрен. Закупаем просто. Почему? Угу. А почему эта пара... А, вот они. Эй, рад тебя... Побег из пещеры был тем ещё при... Но у меня были отличные спутники, так что... Я тоже рад. Я хочу познакомить тебя кое с кем. Погоди. Друзья мои, мы можем заключить следующее. Двое знакомых людей встретились в тракте. Ребенок, что ли? Все стало так... Я чувствую... Нет, все не так, как говорил Иван. Как? Это было увлекательно. Столько всего. Ну... Мир... Иван. Я просто счастлива, что... Ты помнишь, да? Я тебе о нем рассказывал. Просто поздоровайся, Тамара. Он наш друг. Ну, Тамара. Прости, Дж... Ничего страшного. Не слушай его. Он и мизинец не... Ну ладно. Если... Я... Слушай. Давай поторгуем. Почему? Здесь, короче, идея, давайте вот поспим это тогда. Ты очень зря. Я хочу все закупить просто. Ну, вот, не понимаете. Ну-ка. Все реактивные ранцы закупить. Возможно так сделать или нет? Где я это раньше видел? Нельзя, да? Ладно. В лекарский квартал пошли. Совершенно верно, Петра. Дети играют. Проигр... Ну-ну. Да. Так, и давай, бестия. Вин... Бастион. Качаться. Если я не придумаю, что с этим делать, будет плохо. Так. Ух, ни хрена, 21 закупил нормально тогда.
Половина есть. Топливо мы сделали. Отлично. Так, ну еще сколько там? 40. Ну, еще 12 нужно, да, найти. И все, мы прокачаем. Что такое? Я пока не буду это улучшать. Так, у меня появилась идея. Я буду сейчас продавать, ребята, все то, что у меня есть. Нахрен. Продам. Лучше меч Громилы продам. 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 Не хватает совсем немного там, да? Пофиг. Это я использую то, что сейчас, да? Угу. Только одна штука вот эта вот. Погоди, я могу же? Да, я могу вот так вот сделать просто. Так, дробилка, я могу продать все это, да? Так, отлично. Теперь. Это я продам, нахрен мне это надо. Так, вот это вот я оставлю, короче. Большой урон, да? Лук воина. Нет, я оставлю два. Охренеть, так дорого стоит, охренеть. Это я оставлю, короче. Тоже оставлю, наверное. Потому что урон охрененный.
Консервный нож. Не, я продам, похер. Нет, тоже продам. Ручную гранату я оставлю, пожалуй. Боеприпас я оставлю. Так, а купить, я знаете, что хочу у него? Стрелы. А продать еще? Это еще не все, ребят. 600 чувств мне не нужно. Продам одну штуку. Вот почему у меня карманник не получалось это делать. Я потому что просто это не надевал. Все понятно, короче, с этим. Очень много, кстати, зельев воина. Надо бы это потом все выпить. Зелье маны. Я пока оставлю, может пригодится, я не знаю. Давайте это все продам, короче. И чили с мясом. Картофельные салаты. И чили продам, нахрен мне это надо вообще. Хотя не оставлю. На всякий. Пожарный. Камни тоже оставлю. Ранец оставлю. Ну, записки можно попродавать, в принципе. Мне это вообще не нужно. Я богатый просто, ребята. Я богатый человек. О май гад. Что я продал? Не заметил. Погоди, что там? Короче, продать. Подождите обмен. Много я, конечно, чего продал. Но я доволен то, что я сделал.
У меня есть еще одна идея — пойти к Морканам. Кстати, единственное, где я еще не был, это у этих... Как сказать? У альбов. Там можно тоже закупить эти леталки всякие. Ну, погнали, погнали. Слыхал, что на арене случилось? Не... Не знаю, как это словами. Зато я знаю. Равак послал нам знак. Гонишь. Иди на арену и сам убеди. Ну вот, можем идти. Алексею нужен Я знаю Алексея. Он не из тех, кто побер... Ему нужен Не густо, но, надеюсь... А, сбор средств выполнен, найс. Пленников голод. Ты не представляешь. Так, журнал. Сейчас мы это выполним сразу. Есть? Есть. Ты. Ну все, погнали. Надо до конца все-таки, да, добить. Держи, я... Ну, теперь будем ждать. Если бы у меня было, что тебе... Был и помог. Побольше бы нам тут таких. Есть. Хорошо, что бестия это не видел, то, что я не потребовал ничего. А то бы она бы расстроилась, как всегда, блин. Понятно. Сюда. Очи. Ну ладно, ладно. Извини, у меня много дел. Блин, жалко, конечно. То, что ничего у них нет. Желаю. У них ничего нет. Там снаружи. Ты давай отдышись, а то я ни слова не понимаю. Не сейчас. Ты послушай. Старик меня спас, честное слово. Аттила спас тебя? В жизни не поверю. Да правду тебе говорю. Отодвинул меня в сторону и собственными руками прикончил сразу троих тварей. Я его сперва даже не узнал. Если бы не он, ты не смог бы по счетам расплатиться.
обидно бы вышло. Давай, раскошеливайся. Я тебе, значит, про арену рассказываю, а тебя только осколки волнуют. Ты только заметил? Все. Теперь вали отсюда. Они выставили его из города. Не... Что ты можешь рассказать мне про это? Ты смотри. Откуда у чужака? Нашел, серьезно? Значит, ты его узнаешь. Это как пойдет. Чтоб... Память у меня уже не та, что раньше. Возможно, тут помогут несколько... Меня прислала Зарина. А, и ты, значит, решил выяснить, что... Я могу тебе кое-что рассказать. Подойди поближе. Его тут нашел Марат, а изображен на нем лик Криетона. Марат? Ты знаешь, кто потерял? Нет. Кто? Я... Откуда? Одна проблема. Кто меня? Так. О чем был? Если тебя другие местные слухи интересуют, то у меня... Ладно. Как тут можно зароб... Что тебе известно? Что мне следует знать? Давай. Я... Отличненько. Ставлю от души. Твой первый сопер... Бывший изгой. Он кое-что в этом деле... Вот только он давеча руку... Не говори мне, что ты... А, можешь... Я... Отличненько. Где? Если верить слухам, они ушли. Охренеть, блин. Поболтали просто. А, не беспокойся об этом. Мне это не интересно. Все не так страшно, как кажется. Вот зря она с этим типом связалась. Что? Нет, бомжи здесь, короче, у них ничего нет. Ты не слишком все упрощаешь? Так, где можно еще? Постой.
Я слышал, у тебя есть один амулет. Опа-на. Откуда ты... Это важно? Ты получил амулет от Зарины, а теперь пытаешься выяснить, кому он... Иди-ка сюда. Давай лучше поговорим на... Опа-на. Ни хрена себе, сейчас кое-что будет, наверное, да? Так, погоди, сейчас я последую, погоди, сначала закуплюсь. Судя по всему, они до сих пор в туалете. Нам сперва надо навести порядок у себя дома. Вероятно, они живут на севере. Пошли! Идем, идем, идем. Что с тобой такое? Ничего. Ну-ка, перейдем к делу. Амулет не твой. Отдай его мне. А Зарине скажи, что его украли. Назначь свою цену. Я хочу сначала задать пару... Опа, она, я походу... могу тебе доверять. Уж постарайся, если хочешь вернуть свой амулет. Не заставляй меня сожалеть о том, что я с тобой заговорила. Могла бы просто убить тебя и забрать амулет. Я полагаю, нам обоим требуется возможность друг другу доверять. Ты не Моркан. Я отвечу. Но если я пойму, что ты пытаешься нас кинуть, мне при... Что это за остальные, про которых ты говоришь? Мы служители Криетон. Наша работа покрыта тайной. Мы трудимся в глубине подполья. Mm-hmm. Если правоверы нас обнаружат, мы все умрем под... А если вербовщики? Они не отличаются от правоверов. По крайней мере... Они выслеживают нас. Угу, я понял. Мы представляем для них угрозу. Короче. Что за история стоит за этим? Амулет Криетона был создан столетия назад. История... Вы правда верите в Бога? Разумеется. Насчет амулета... Что ты собираешься с ним делать? Я тебе доверилась. Теперь пора и тебе довериться. Отдай мне амулет, и я поделюсь с тобой нашими планами. Давай. Вот, возьми он. Благодарю. Должна признаться, я не была уверена, что ты не побежишь к Зарине втайне от нас. Теперь ты один из нас. Нравится тебе это или нет? Но не волнуйся. Мы тебя не подведем. Мы будем... Нам бы очень пригодилась помощь человека со стороны. Такого, как... Мы должны как-то отвести от себя внимание Зарины. Пусть прекратит поиск. История амулета должна завершиться. Причем так, чтобы завершение понравилось Зарине. Mm-hmm. Но по моему опыту, она не успокоится, пока кого-нибудь не накап. Так вам нужен козел от... Да. Кто-то должен заплатить. Мы постараемся свалить всю... Почему не на... Тогда, Зарина. И все же, каков... Найти кого-нибудь. И кого-то, кто, по мнению Зарины, достаточно туп, чтобы не отдавать его, но при этом не является последователем Кри... В жилом квартале есть торговец, который перепродает краденое. Мы подбросим ему амулет и дадим наводку Зарине. Она найдет амулет у него вместе с другими запретными товарами. Тогда она поверит, что никакого заговора против Ра... То есть я... Нет, это сделаю я. Я здесь живу, и я конструктор Роб. Все меня знают, и никто не обращает внимания. Я сливаюсь с толпой. Но ты мне нужен, чтобы точно навести Зарину на след. Пойди к ней и скажи следующее. Кто-то украл у тебя амулет, пока ты пробирался через жилые помещения. Ты случайно услышал разговор двух мужчин в погребке. Они говорили о торговце, который... Ты не знаешь, как выглядят эти люди. Там было темно. Понял? То есть я пойду к Зарине и скажу ей, что кто-то...
Потом я скажу, когда я искал вора, я услышал разговор двух мужчин в погребке. Они говорили о торговце, который скупал... Все. Хорошо. У Зарины повсюду свои шпионы. Ты должен пойти прямо к ней и сделать... А я пока спрят... Мы поговорим как... Ладно. Ну да, вот тут разворачивается сюжет, да? Пытаюсь найти где-нибудь самолет в другом месте нормально. О, точнее, нет продавца. Блин, здесь нет нормальных. Ладно. Амулет у меня украли. Что? Ты допустил, чтобы амулет украли? Все, что тебе нужно было сделать, выследить его хозяина. Ты совсем... Если тебе больше нечего сказать, я отправлю тебя прямиком в цистерну крови. В этом нет необходимости. Тогда изволь объясниться. И быстрее, пока я не перейду... Я полагаю, его вытащили, когда я был в жилом квартале. Если это все, тебе наказание не избежать. Есть еще что-то, о чем ты хочешь доложить? Я подслушал разговор двух мужчин. Они собирались продать что-то скупщику краденого. Я отправился его искать, и тут-то у меня амулет истощили. И кто этот торговец? Говорят, он ведет дела в жилом квартале. Хм. Говоришь, в том районе торгуют из-под полы? До меня не в первый раз доходят эти слухи. Я лично с этим разберусь. Если амулет окажется у него, ты избежишь знакомства с цистерной крови. Тебе придется пойти с нами. Будешь присутствовать при обыске. Подожди, я направлю к торговцу стражу. Они проследят, чтобы он никуда не улизнул. Ага. Отлично. Теперь пойдем за ними. И да обречет Раавак тебя на вечные муки, если мы не найдем там... Пойдем. Не заставляй моих людей ждать. Они уже должны начать обыск у торговца. Помни, что мы просто наблюдатели. Тебе не следует вмешиваться в обыск, что бы ни случилось. Да без проблем. Тихо. Я хочу слышать, о чем говорит подозреваемый. Пещера здесь, конечно, да. Что за черт? Я ничего не сделал. Ты обвиняешься в торговле запрещенными товарами. Ты также обвиняешься в хранении запрещенных артефактов. Артефактов, которые ставят под сомнение могущество Раавака. Что? Нет, я бы на такое никогда не пошел. Ну хорошо, я и правда приторговывал без разрешения. Но я бы никогда не пошел против воли Раавака.
Ну как, что-нибудь нашли? Да, господин, амулет был среди его вещей. Что это? Я его вижу первый раз в жизни. Расскажешь об этом Рааваку. И мы посмотрим, поверит ли он тебе. Я до тебя доберусь. Вернись! Тебе это с рук не сойдет. А что случилось? Что они делают? Видит Раавак. Я была уверена, что ты лжешь. Возможно, в будущем я должна больше тебе доверять. И, честно говоря, мне даже спокойнее при мысли, что это всего лишь скупщик краденого. Я опасалась куда худшего. Ты справился с заданием. Можешь сказать голосу Хана, что заслужил мое признание. Решение Зарины выполнено. А теперь уходи. Мне нужно продолжить молитву. У меня... Ладно, ладно, продолжаем. Испытание Атилы. Давайте таки допройдем это испытание Атиловское. Было. Что? Надо поговорить с Веньей. Атила, твою мать. Так не должно было случиться. Он умер? Интересно, что это было вообще? Да ну нахрен, он что, умер? Серьезно? Что, черт возьми, случилось? Почему этот долбанный транквилизатор не сработал? Я... Ну... В общем, мой план провалится. Да ну нахрен. Ты... Правоверы. Они не должны были праздновать. Люди, которые умерли. Все это было спланировано? Слушай, я... Говори. Хватит мне голову морочить. Я не исправляла транквилизатор. Я усилила имеющиеся... Твари стали еще более... Что? Я... Ты меня никогда не простишь. Ёб твою мать. Ушам своим не верю. А как же спасение жизни? Я имела в виду будущее жизни. Ну, я хотела, пипец, чтобы вы короче. Поняли, как важна смерть. Что она значит на самом деле. Я думала, так... Твою все мать. Все любят бои на арене. Твоя победа только ухудшила. Я подумала, если случится что-то ужасное, все поймут, что наш путь ошиб... Но правоверы... Они были в восторге. Они упивались этой... Ох, черт! Что же я наделала? Ёб твою мать, испытание от силы. Ты что, совсем рехнулась? Выслушай, умоляю, я этого не хотела. Заткнись уже, поздно сож... Я... Что ты теперь будешь делать? Ничего. Мне так же... Живи теперь с этим. А меня... Я расскажу все Зарине и... Приму ее приговор. Я постараюсь все исправить, клянусь тебе. Я все исправлю. Боже мой. О май гад. Я в ахере просто. Погоди, я могу туда внутрь попасть как-нибудь, не? Я хочу там все подобрать, как бы, не? Блин. Это жесть просто, ребят. Это жесть.
Так, куда мне там? Куда-то туда, да? Выполним уже два квеста основных. Ну, по идее, Морка на меня уже принять должны. Но квесты еще остались там. Поэтому это еще не все, ребят. Так, мы где-то здесь, да? Приближаемся уже, приближаемся. Мы с этим справимся! Или не приближаемся, ёб твою мать. Тварь нарывается! Мне повезло то, что я выжил вообще. Так, ладно. Телепорт сначала активируем, да? Теперь давайте все осматривать. Я здесь! Твою мать. Начинается! Что? Это что такое? Это что за хрень вообще? Я в ахере, ребят. Нет слов просто. Я... Что такое летает? Ты
об этом пожалеешь. Эта тварь нарывается! Я в шоке просто, ребят. Эта тварь нарывается! Так, я похаваю. Обязаза. И посмотрю, что здесь. Молох. Эта тварь нарывается! Эта тварь нарывается! Кругом одна ржавчина. Полезная штука, когда она врагу оружие портит. А вот когда тебе, это хреново. Кто это? Сдох. Изгой какой-то, что ли? Так, ладно, продолжаем. Сломалась машина или странно пищит? К скупщику лома ее притащи. Сдавай скорее нам металлолом. Лучше цен не сыскать днем с огнем. Что же делать-то? Это ничуть не лучше прежнего. Тоже тупо. Должно же быть что-то нормальное. Что там? Машина сломалась или устарела? Значит, пора к скупщику лома. У нас тут скидки, скидки, скидки! А еще мы честные и причестные. Разберем ее на части, и будет всем нам счастье. О, не надо мне такой рекламы. Надо мной же все смеяться будут. Нужно придумать что-то другое. Это легко очень. Готово. Броня не очень, да? Ладно. Типа лучше могло быть, да? Ладно, здесь мы посмотрели. Теперь посмотрим вот здесь. Ладно, идем, идем, идем. Ух ты, ух ты! Что у нас здесь, ребята? К
Какое классное местечко. Да вообще супер. Мы с этим справимся! Чего ты делаешь? Прям какие-то эти. Мумии бегают. Что туда найти должен вообще? Давайте посмотрим задание. А, ржавая шкатулка, понятно все. Нифига себе. Выглядит так. Только этого не нужно было убить, да, чтобы апнуть с левел, охренеть. Так, тогда мы сейчас, знаете, что сделаем? Выпьем вот это вот. И у нас теперь 4, отлично. Ну, это тоже можно как бы выпить, да? И это тоже. Пока мы оставим. Но потом. Что-нибудь улучшим с вами. Не, пока просто и так все устраивает. Блин, я не вижу здесь ничего. Где-то шкатулка гребаная. Я вижу только крысу. Я здесь ничего не вижу. А здесь? Интересно.
мне это не забрать. Где эта хрень, боже мой? Может быть здесь? Альп смерть? Теперь все понятно. Теперь мне все стало ясно. Но кому я это должен показать? Козлин. Да, только не здесь. Поговори. Давай, я пойдем. Твой первый противник? Нет, первым был Диксон. Ты победил? Он больше ни с кем драться не будет. Я бы обошелся и без подробностей. Мне похрен. Тебе нравится пещера? Странно это, небось, да? Жить так глубоко под землей. Иногда бы проветривать не мешало. Нет, точно. Ха, отличная мысль. Но если серьезно, расскажи, как оно там снаружи? Убрались уже эти странные лиловые твари? Нет, и вряд ли скоро уберутся. Твою ж мать. Я так надеялся, что все придет в норму само. Уроды эти правоверы. Если будут продолжать в том же духе, тут все посыплется. Ну вот. Почти пришли. Главное, выложись на все 100. Вот. Если кто сюда сунется, им же... Я... Долго же ты... Давай... Сделай уже что-нибудь! Вышиби ему мозги! Хочу крови! Выбей из него дочь! Я чего, убил? А, не, нормально все. Что случилось? У меня нет на это времени. Свою победу ты завоевал честно. Сходи к гости за наградой. Пусть уж эти осколки тебе достанут. Охереть, блин. Сейчас у меня нет времени. Мне сказали, что ты ушел от Зари. Я сожалею о том, что случилось с тем торговцем. Увы, друг. Но важно то, что теперь у Морканов есть еще один шанс. Благодарю тебя. И... Есть одно дело. Я знаю, что прошу многого, но ты... Ты не Моркан, и все же вошел в доверие к Зари.
Нам нужен лазутчик. Некто внутри группировки Морканов, кто разделяет наши идеалы. Ты уже доказал, что способен на это. Мы тогда примем тебя в свой круг посвящен. Так что? Ладно. Ты не Моркан, так что тебе необходимо быть на хорошем счету. Делай все, что он скажет. Иначе тебе никогда не удастся стать одним из нас. Угу. И поскольку ты чужак, ты не можешь быть нашим лазутчиком. Так насчет... Этого мало. Этого... Я думал, ты не веришь в Раавака. Так зачем же ты работаешь на правовер? Говори. Ты должен понять одну вещь. Я не поклоняюсь Рааваку, но при этом я все же мор... Кроме того, я нужна на этом месте. Понятно. Я буду... Но ты же не мор. Пока ты не завоюешь доверие Хана, ты не можешь. Ну ладно. Ладно. Так. Угу. Поединки ГОСТа. Погнали к нему, что ли? Погоди, как мне вниз спуститься? А, там я понял. Вспомнил, вспомнил. Морканом я не буду, поэтому, наверное, лазунчиком я не стану, короче, ладно. Насрать. Вероятно, они живут на севере. Нам сперва надо навести порядок у себя дома. Это... Минус 10%. Гона... Ты ничего не говори. Правда? Дай знать, когда будешь готов. Я скажу тебе, кто твой след. Стоп. Твоим психованный мал. Понятно. Что тебе известно? Не нравится мне это. Любой, кто так... Дягун. Это ты пришел от ГОСТы драться? Да. Будешь драться с Ягуном, сделай всем рабочим одолжение. Если выиграешь, нам достанется. И достанется по полной. Когда он в последний раз проиграл, двоих наших... Ты мне предлагаешь за всех пост... Пожалуйста, с тобой он еще будет сдерживаться, а с на... Я понимаю, что ты... Я пущу шапку по кругу, соберем, что сможем. Ты не останешься в накладе. Все, что мы... Не... Я отказываюсь, если что. Объясни. Эй, вы двое! За мной! Про эликсид можешь забыть. Но если тебе нужна наглядная демонстрация,
вдохни поглубже и наслаждайся прогулкой. Потому что скоро ходить уже не сможешь. Не с места! Не трогайте его, пока я с ним не закончу. А потом до ворот за язык оттащите. Паразитов топчут. Этот урок ты вот-вот усвоишь. Готов, подонок? Выпьем? Я один... Ничего. Тогда придется мнеть. А без этого никак нельзя. Ни хрена себе. Ты чего у него вообще? Да что с тобой такое? Давай, дерись! Делай хоть что-нибудь! Готов, чел. Ты что, совсем одурел? Победа не твоя. Ты нечестно. Ты за это... Мор. Ну, погоди. На что пялишься? Бой закончен. Проваливай, пока я тебе не показал, что такое настоящая драка. Червяки, вы все грязные червяки! Так, ну погнали за наградой. Ладно. Я готов. Отличник. Так, за 50. Если верить. Моя голова. На, показали, да? Чёртова зараза. Так... Ни хрена себе у него. Он дурак, что ли? Давай, бей его! Сейф. Что происходит? Сколько ты еще собираешься? Оторви ему голову! Охренеть! Сколько я получил опыта? Я проиграл? Как ты... Так,
Так, мы теперь забираем заодно, да, как всегда. Фортуна улыбается идиотом. Говори, что хочешь. Ты меня навряд ли убедишь. Я... Какое и для чего? Если ты готов рискнуть, то я... Что? Прекрасно. А, да, ставки а, нормально. Закончились. Но нормальное зелье, равно... нормальное. Деньги заработали нормально. Все, охеренно просто, супер. Да мне, в общем, без разницы. Есть мое. Ценности морканов наконец-то мы сейчас выполним, ребят. Все верно. Тенгиз доволен твоей работой. Рад. Зарина еще не говорила со мной. Тебе удалось заручиться, Юдай? Великий хан не удостоит тебя словом. Правда? Ха. Возьми это. Вели. Все верно. Тенгиз. Этого довольно. Иди к хану. Он человек немного... Ну что, хан, наконец-таки я. Ты завоевал доверие Тенгиза и Зарины. В награду я отвечу на два вопроса. Выбирай с умом. По поводу моих двух вопросов. А есть морканы, которые не верят в Раавака? Были прежде, в темные времена. Их помнят лишь старики. Кроме Раавака, был и другой бог. Но теперь это имя означает только конфликт. Лучше забудь. Это первый вопрос. Более сотни лет назад больше никогда. Мы, морканы, существуем потому, что мы отдаем жизнь во славу его. Ты задал свой. Но я с тобой еще не закончил. У меня есть для тебя задание. Исполни его так, чтобы я остался доволен, и я дарую тебе великую честь. В любом случае, ты заслужил место в рядах морканов. Хватит разговоров. Мне нужно вернуться. Ты слышал великого хана. Все остальное тебе объясню я. Хан сказал, что для меня есть задание. Похоже, хан видит в тебе большое... Долго, очень долго он искал. Быть... Но ты должен пройти испытание, прежде чем... Решение хана, окей. Если хан... А что... Хан хочет увидеть, что ты на самом деле принял ценности морканов. Ты должен помочь Владу в работе. Он ждет. Иди к нему, когда будешь готов. Если он не в поле, то будет в погребке. Я должен помочь Владу в работе? Он длинная рука хана. Когда хану нужно сделать что-то за пределами пещеры, это... Хан ему без... Почему?
У него... Ладно. Не сейчас. Решение Хан нужно еще, да, сделать? Ладно, на этом я заканчиваю. Спасибо тебе, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, спасибо, рука, так теперь, всем пока, следующий день продолжать.